Всем привет! У меня уже был один ролик на канале про электромобили. И кто следит за новостями в Беларуси, заметили, что с 1 января этого года у нас изменились тарифы на электроэнергию, сделали платные зарядки для электромобилей. И в этом ролике я расскажу, сколько стоит зарядить электромобиль, где дешевле и можно ли бесплатно зарядиться. Если вы живете в многоквартирном доме, то приготовьтесь заряжаться на зарядках по 39 копеек за киловатт быстрая и 29 копеек на медленной зарядке. Скорость зарядки для всех автомобилей разная. Скажу, для своего быстрая зарядка это где-то 30 киловатт в час, медленная зарядка это 6 киловатт в час. Для разных автомобилей может отличаться. Если же у вас частный дом или есть свой щиток, есть три тарифа. Одноставочный тариф. Это у всех он, который подключен. Второй тариф не будем рассматривать, он не рентабельный. И третий тариф это трехставочный тариф по временным диапазонам. Тут уже поинтересней. Но придется заряжать с 11 часов вечера до 6 утра. Это по самому выгодному тарифу. Хотя в машине есть таймер, который можно вставить. Он автоматически будет включать зарядку в нужное время. Так как я на других электромобилях не ездил, кроме Nissan, я зашел в интернет и посмотрел, сколько в среднем можно проехать километров на 1 кВт-часе энергии. Этот показатель зависит от стиля вождения, и он отличается зимой и летом разный. Вот сейчас зима, около 0 градусов примерно. Вот мои показатели. Когда было тепло и аккуратнее ездил, он был около 8. Теперь посчитаем, сколько будет стоить 100 км пробега. Зимой будет чуть-чуть дороже, летом чуть-чуть дешевле. Есть зарядки, которые вы платите за сессию. Не важно, сколько вы зарядили киловатт, там фиксированная стоимость. Но была одна такая, но в данный момент она в Бресте не работает. Это выгодно для автомобилей с большой емкостью аккумуляторов. По аналогии посчитаем для двигателей с внутренним сгоранием. Кстати, чуть не забыл сказать, бесплатно можно зарядиться в одном месте. Это возле Евроопта. Единственная бесплатная зарядка в Бресте. Спасибо за внимание, всем пока. Если есть какие-то вопросы, отвечу в комментариях.